На сцене участник под номером 86. Панчук Екатерина. Екатерина, маковый цвет, красиво. Ну, я вообще поклонник девчонок, конечно. Честно вам скажу, мне что-то нам с пацанами как-то не везет. Ну, вот одного выбрал. Катюх, молодец, умничка. Сильный голос. Спасибо. Я думаю, Оксана Владимировна примет к сведению, да? Ну, конечно же, а как же. Я же всегда слышу хороших деток. Я всех забираю к себе в шанс. А ты где занимаешься? В овации. Ну, это тоже классный коллектив, друзья, аплодисменты, овации. Песня очень сильная, очень хорошая. Ты знаешь, по-моему, мне не хватило чуть твоей артикуляции. Знаешь, что такое артикуляция? Что это такое? Больше как бы работать. Нет. Вот спроси у Светланы Дмитриевны, она тебе все расскажет. Светлана Федоровна. Вот смотри, если бы ты открыла рот еще шире и сделала правильную форму рта, нотки у тебя были более устойчивы. И ты капельку устала под конец песни. А так ты справилась со всеми нотками, все очень здорово. Ты вам большая умничка. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Держи. Спасибо.